Расследование уголовного дела закончилось. Бывшую начальницу Рузаевского отделения связи обвиняют в хищении имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения. Установлено, что 50-летняя женщина, занимая должность руководителя почты в Рузаевке, почти за полгода аккуратно и понемножку присвоила почти 1 000 000 рублей. Правонарушительница воспользовалась доверием со стороны руководства и просто систематически не вносила в кассу часть наличности, а в отчетную документацию писала совсем другие цифры. В рамках предварительного расследования установлено, обвиняемая, занимая должность начальника Рузаевского отделения связи, воспользовавшись служебным положением в период с сентября 2023 года по январь 2024 года, совершила присвоение 959 156 рублей. Похищенные деньги должны были пойти на обслуживание почтового отделения, а также на выплаты пенсии гражданам. Но руководитель Рузаевской почты решила потратить 900 с лишним тысяч на личные нужды. Однако люди в форме вовремя пресекли противоправную деятельность должностного лица. Фигурантка признала свою вину полностью. Олеся Плакиткина, «Наши новости».